Истребление медведей. На Среднем Урале разрешили убить почти 1500 косолапых. Эта новость всерьез напугала зоозащитников. Те уже готовы были встать на защиту зверей. Но оказалось, о массовом отстреле не идет и речи. Указ о количестве зверей для отстрела накануне подписал губернатор Свердловской области. Он приурочен к открытию сезона охоты на медведей, который стартует 1 августа и продлится до 31 сентября. И цифра, обозначенная в документах, вовсе не рекомендация, а максимум. Больше 500 разрешений на отстрел косолапых в хозяйствах выдавать не смогут. И это совсем немного, говорят охотоведы. Всего 10% от общего числа медведей в уральских лесах. При этом отстреливать охотники смогут только самцов. На медведиц и детенышей ружье поднимать строго запрещено. Необходимо отметить, что согласно правилам охоты, добыча медведей разрешена только взрослых особей. Самки с медвежатами текущего года не подлежат охоте, не подлежат добыче, так же, как и отдельно медвежата. И также охота на медведя на берлоге у нас запрещена.